Ну что, принесли нам вкусняшки, кофе пролито. А мы что, два кофе заказывали, да? Да. Два кофе. Что, посмотрим, что нам принесли. Вроде бы теплое. Значит, у нас что здесь? У нас чизбургер, well done, чизбургер барбекю. Well done, cheeseburger junior, well done. И сырные шарики. Это Black Star Burger, бакинская версия. Так, вот, смотрим, что это у нас тут. В таком состоянии принесли котлеты. Это, наверное, барбекю. Барбекю. Здесь где не написано. А надо бы. Она хорошо было бы. Бы. Это, по-моему, джуниор. Это, не знаю. Наверное, чикен, да. Чикен, да, хорошо. Сырные шарики. И приплюшенные все. Страшно на них смотреть, да? А котлеты... Это чизбургер, но там нету чизбургера. Это чизбургер? Что это? Непонятно, что это, название уже нет. Кофе, естественно, все оно пролилось. Это минус. Горячий? Ну, хотя бы горячий. Сейчас мы поедим и скажем свое мнение. Стоит вообще покупать или не стоит? Как вы считаете, сколько можно Тимати бренду, ну, еде дать? Не бренду. Мне вообще не понравилось. Две звезды. Да, две. Две звезды. Две звезды из пяти. А что не понравилось? Ну, по сравнению с этим, ну, вообще никак на картинке. Вообще. Он сухой. Угу. Безвкусный. Булка, да, вообще невкусная, вообще не знаю. И мяса тоже нет. Ага. Мясо невкусное, согласен. Вообще, ну, вот с Макдональдсом мясо. То же самое я могу сказать о чизбургере, а здесь сыра не нужно. Есть тут сыр, может быть, я не видел. Я сыра, тоже не видел, честно говоря. Хотя это чизбургер. Единственное, вот это было более или менее сырное. Ага, чизбургер. Но это сырный чизбургер. Шарик. Сырный шарик, он как бы... Не зависит от того, как ты его, наверное, приготовишь, скорее зависит от того. Ну, в общем, из 5-2 это натянуто. Black Star Burger вообще оправдал наши ожидания. Да. Но не настолько, да? Вот так вот. А вот так вот открывается Black Star кофе. То ли Волт виноват, то ли бренд Тимати. Давай посмотрим, там вообще пенка осталась. О-о-о-о. Я думаю, даже полторы звезды. Сейчас я попробую. Ну, давай попробуй. Окей, он только горячий, это хорошо. То, что он горячий. Ну ладно, все равно поднимается до двух, да? Ну, он неплохой, скажем так. Ну, слава богу. Слава богу, он горячий. Слава богу.